Доброго времени суток. Запрос был посмотреть расклад, когда мужчина старше, перспектива отношений. Ну, видимо, тут старше намного, я так понимаю. Иначе не понимаю. Давайте посмотрим, когда мужчина старше. Да, разница в возрасте довольно ощутимая. Перспектива отношений. Давайте посмотрим, кто придет. Расклад общий. Манипулятор пришел. Манипулятор. Такой не спешащий вообще человек, который, как мне кажется, по двум старшим арканам, да, все-таки старшие арканы, варится в такой жизни, которая идет вообще по жизни, идет не спеша. Никогда не торопится ничего делать. Вот просто идет. Понимаете? Вот как улитка. Вот ему так в кайф. Он неторопливо все везде разглядывает, да, все вот что-то где-то делает, да, где-то, может быть, что-то чему-то обучается, такой сам создает свою жизнь, но не спеша. Понимаете? То есть, если вы хотите, чтобы мужчина был такой прямо в вашу сторону резвый, нет. Это не тот вариант. Здесь мужчина будет все делать долго. Понимаете? Даже, может быть, вам покажется, что это, ну, такая тягомотина, неинтересно. Даже настолько долго, что уже устанете ждать. Вот так вот. Вот такой мужчина, да, пришел. Не торопится он. Еще, знаете, здесь, скорее всего, у человека есть какая-то выдержка у мужчины. То есть он, может быть, даже своими действиями смотрит на реакцию других людей. Он любитель одних и тех же дел. Может быть, даже жизнь у него идет, знаете, по расписанию. То есть встал, умылся, оделся. То есть такой человек, да. Повторяющиеся события в жизни каждый день, они его не пугают. Наоборот, это его жизнь. Ну, давайте посмотрим, как человек относится к вам. Что испытывает, да, какие у него чувства к вам. Уравновешено все. Что-то тут одни арканы, прям, знаете, какое-то событие, старшие арканы, девочки. Событие, вообще встреча с этим человеком, видимо, несет такие сильные энергии. Вообще все уравновешено. Его чувство к вам, это, знаете, такая стабильность. Человек видит в вас много знаний, видит, что вы женщина справедливая, женщина... Все у вас гармонично. Искала слово. Все у вас гармонично. Но вы знаете, еще раз повторяю, человек долгий. Он, скорее всего, здесь чувствует не сердцем. Здесь, знаете, запущен такой мыслительный процесс. То есть человек больше думает головой. Подходите ли вы ему, да? Рассматривает какие-то ваши качества. Больше думает здесь человек. Больше думает. Думает человек много насчет вас. Вот это да. Не вижу здесь прям каких-то вот прям чувств. Может, они сейчас выпадут. Хочется ему больше с вами. Это точно. То есть какого-то прогресса, да, но не быстрого. Хотелось бы быстрого. Но, девочки, здесь опять же не от него, а от вас. То есть он так что-то делает и в ожидании того, как вы ответите. Ваша реакция, по его мнению, должна быть быстрая, а он будет, да, вот медлительный такой, улиточка. А здесь такой человек, девочки, у него свои правила, свои законы. Человек считает, что в жизни вообще все должно быть правильно. Правильно. То есть какие-то правильные ухаживания, правильные слова, правильные действия, да, вот все должно быть так чинно и благородно.
еще? Давайте посмотрим его чувства к вам. Девочки, нет, я здесь он влюблен. Вы для него, девчонки, королевы чаш. То есть ваш мужчина, который старше, да, вас, видимо, нам, ну, нам значительно, он вас влюблен. Влюблен, вы для него предмет обожания. Все-таки королева чаш – это женщина, которая, на которую смотришь, да, и все. И внутри тепло, она располагает к себе. Она, знаешь, феромоны от нее прямо так вот. Незабываемо, красиво, хочется ее любить, ухаживать. Давайте посмотрим, что он может дать вам в отношениях, да, в отношениях. Может. Ничего, девочки. С таким мужчиной, скорее всего, ничего не будет. Настолько мужчина, видимо, тихоход, что для него, вы знаете, процесс мышления больше привычен, нежели движение. Он любит, да, вот здесь вот любит, такой, знаете, заинтересован в вас. Ну, на этом все, девчонки. Как-то движение от него больше никаких и не будет. То, что он от вас, что он может дать вам, это какие-то, может быть, встречи яркие, девочки. Яркие. Движение такое яркое, да. Секс может быть тоже яркий. Человек такой, знаете, даже может обдумывать, как бы, что бы он там, где придумывать какие-нибудь вензеля, да, с вами выделывать. Но, девочки, нет, ничего. Этот мужчина, он, знаете, в постоянных раздумьях и постоянной трансформации. Для него жизненный процесс, который сейчас идет вокруг него, слишком торопливый, а он не такой здесь показан. По умеренности этот человек не спешащий. Он вкушает жизнь медленно. Понимаете, медленно. Может быть, и вы для него слишком быстро. Так. Давайте там глянем, какие у него тайные мысли о вас. Много думает, девочки, много думает. Но, как вы знаете, вот мысли о вас все равно они тяжелые. Он прекрасно понимает, что он не вывезет вас. Не вывезет вас. Тяжела ноша. Слишком. Слишком много надо будет чего-то делать, да. Себя грузить как-то надо будет слишком много. Он не вывезет вас. Он прекрасно понимает, что здесь работа с вами, да, предстоит такая, как-то надо будет уживаться, что-то надо будет делать. Нет, девочки. Это, скорее всего, развал будет. И очень часто человек, да, думает, надо ли ему. Он прекрасно понимает, что у него к вам страсть. Страсть огненная, да, дьявол, королева чаш. Страсть, страсть, он прямо горит. Но все время, да, может быть, даже себя останавливает. Надо ли ему это? Тот ли вы человек? Какой-то путь еще есть, да? Сомневается в чем-то. Ну и давайте посмотрим все-таки перспективу таких отношений. Хотя тут уже нам сказали, что нет перспективы отношений с мужчиной, той, которая смотрит, и мужчины, который старше ее. Нет, девочки. Перспективы здесь нет. Здесь будет каждый в одиночестве, девочки. Девятка чаш, да, каждый будет в своей зоне комфорта. Здесь общего не будет. Здесь, скорее всего, будет много слов, которые будут нести неправду, да, в себе смысловой смысл, заложенный в этих словах, будет ложь, неправда, да. Очень много работы какой-то, каких-то движений, которые не принесут ничего, самообман. Перспективы – это одиночество, яркое одиночество, получение кайфушек, но каждый для себя.
каждый для себя. Девочки, здесь семьи нет. От этого вскоре, да, у вас все-таки к нему уже пропадут эмоции. Эмоции вы закроете, да. А человек не спеша, рыцарь Пентакли опять, не спешащий человек, да, во всем раскладе. Это не спеша, это улиточка такая. Он потихоньку двинется дальше.